Так, мы на улице... А это улица Островского, что ли, по-моему, я не помню. Мы, короче, вот этот в центр там приехали, Геленджикский. Это, может быть, тогда вот на ту сторону? Свет. Может, я сюда? Только тут машины откуда-то могут ехать. Тут односторонки. Так, время у нас, это получается 17:02. А, вот надпись-то, это Геленджик. Надпись Геленджик. Тут начинается уже и рынок, собственно говоря, отсюда и вдоль, вон туда, до перекрестка первого, по-моему, квартал. Да, мы уже видим, да. Геленджик. Это такая аллейка, то есть между двух улиц. И тут такие домики, ну, торговые, эти палатки, в общем, получается, да? У нас отключили свет. Это самое впервые за вот эти 4 дня, что мы тут в Геленджике. Но я слышал вот такую, значит, проблеме с водой и со светом. А когда включили свет, то отключилась и вода. Как бы соответственно из-за того, что, наверное, вода-то подается через насосы электрические. Я скажу еще больше, отключилась еще и сотовая связь, значит, в округе у нас. То есть такой прям это, какой-то прям вот коллапс случился. Это случилось где-то отключение без 20, там 3, может быть, это самое, где-то так. Но мы все равно собирались это в 4 уже из дома выходить. Из дома мы собирались уже все равно там выходить, вот, и поэтому особо нас не горчило сильно. Думаю, что к 6 включат. Так, вот зебра там. Тут начинается самый там ажиотаж, самая суета в Геленджике, это самый такой центр. Ну, самый, скажем так, вот туристический центр, в общем. Ну вот это вот рынок. Что? А, фикс прайс, да, это вот там. Тут даже... Какая-то вот площадочка вот игровая, ну, то есть концертная. Поют, да. Так давайте, наверное, здесь сейчас пойдем. Да, у нас там раскаленные эти. Да,
Вон там туалет есть. 40 рублей там туалет вон. Кроп пиво. Когда да, когда. Когда да. Когда захочется в туалет. О, очередь в это, вкусная точка. Тань, слышишь? Очередь в это, вкусная точка. Слушай, Тань, а где-то здесь какой-то был центр, то есть торговый, это, с Фикс Прайсом. Это Гирос, он был ты тогда, я помню, тут Гирос, вот этот вот. Теперь тут, говорила, слушай. Где-то, по-моему, Фикс Прайс. Тань. Я, насколько это понимаю, здесь это где-то торговый центр, и то есть на втором этаже фикс прайс. Именно здесь? По-моему, здесь. Да, да. А если он так же? Ну, это вопрос. Сейчас, стой, Матвей, подожди, мы туда пока не заходим. Сейчас, сейчас вот мы это посмотрим. Вот. А что у тебя теперь? Фикс прайс. А зачем? Они что-то хотели там это глянуть, посмотреть. Ну тут так цивильно. Ну конечно, это же Геленджик, плюс еще и центр города. Бамбола. А, вон он. Вон он есть, да, фикс прайс. Есть, мы нашли фикс прайс тут. Вот тут хорошо, тут, кстати говоря, так еще красиво. Пол тут. А они где там идут? Ладно, да пойдем, они это самое, сейчас на улице стоят. Они даже не, и сюда не стали-то и заходить. Нет, тут так это самое, это красиво есть. Вот я бы сказал бы. Да, есть там этот фикс прайс там находится, да-да-да. Нигде никакой нету, да, вот вывески, кстати говоря. Но торговый центр такой цивильный, кстати. Ну там это еще карри есть. Формен кораблика сладости. Сладости в форме. Это кораблика, видишь? Мужичок. А это, по-моему, памятник, значит, корабейник, да, 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 корабейник. Корабейник. Так, отойди, там это вот фотографируется. Давайте мордочки, встаньте. Ой. Ну это вот знаменитый вот, торговый центр Геленджика, на площади центральной он находится. Мы сейчас туда выйдем. Алкотека. Ну у нас там, значит, красное и белое есть, так что нам все эти алкотеки не так интересны. Ну Матвей, ты особо не ходи, ты по газонам-то. Какая-то трава вот прикольная. Да, у этого, ну, скажем так, торгового центра есть такая особенность. Он прям отличается от всех. Это вот эти вот типа форме вот жалюзи, какие-то вот перекладины вдоль окон.
Наши вон там идут. Кафешка «Винегрет». Первомайский. Геленджика. А, ну вот торговый центр, он уже выглядит как с вот, парадного входа с площади. Это вот центральная площадь. Где хотим идти, извиняюсь. Это ну, центральная площадь Геленджика. А там можно сходить, там еще вот этот, ну, скажем так, фонтанчик в форме какого-то шара, шара-полушара. Магазин «Шар». Ну что, это... Всех вас, да, всех вас. Сквер, значит, Первомайский. Не-не, выйдите, выйдите, это мы сейчас чуть позже. Я еще пока приготовлюсь. А, спасибо. Угу. Сейчас, подождите, у меня все-таки левой рукой не очень. Сейчас. Вот часы, по-моему, что-то брешут здесь. Ну все вроде бы. Вот часы здесь как-то это показывают около уже 7, но это ошибочно. Сейчас потому что 17:18, а на них 18:55. Это где? Это где им же? Туалет, ну, стало быть, да, платный, наверное, как? А, музей... Музей восковых фигур, кстати говоря, да. Вот это вот знаменитый вот фонтанчик. Вон там птичка вот этого цвета. Вон сидит какая-то интересная птичка, а теперь еще и голубь. А там птичка вон надо сидит. Вот это все уже мы видели с самых первых поездок в Геленджик. А, Тань, вон еще памятник Ленину, Тань. Слышишь? Вон еще памятник Ленину. Тут белочка. Мама, смотри. Ой, какая милая. Будешь мороженое? О, пошла прыгнуть на мороженое вообще. Не, белок не любишь, ты можешь? Нет. Почему не любишь белок? Пушистые. Ну, прикольные. Ну где она? Куда она делась, белка? Белка, белка. Вот, на вот. На. Это важно знать. Военный комиссариат городского округа город-курорт Геленджик производит набор граждан для поступления на военную службу по контракту срокам от 1 года и более. Полный соцпакет как военнослужащим, так и членам их семей. При заключении контракта выплачивается единовременное пособие от государства в размере 195 000 рублей и 100 000 рублей от региона. Телефон для консультации 318-32-203-60. Это важно знать. В соответствии со схемой организации дорожного движения... Такая так ручная прям, да, практически? Ну ладно, сейчас это самое. Давайте около памятника Ленина. И Ленин, да. Ленин, такой молодой и юный октябрь впереди.
Какие-то интересные тоже вот растения. Он. Белочку видели. Волки, кофе, любовь, кекс. Волки, кофе, любовь, кекс. Да, да, да. Да, да, кстати, да, да. Мне еще прикольно. Понравился этот обязательно этот. Как тебе сказать? Давай этого Ленина. Фоткали Ленина, тебя. Да, я и Ленин. А вот и парусник, кстати говоря, поближе. Приплывающий. Вот я хотел еще сказать, что мы находимся, где это самое центральный пляж, а это вот этот вот, а вот центральный пляж, но он песочный, и тут народу, так, машинка аккуратненько, и тут народу, вот видите, сколько, кишат людишки, люди. Там скоро уже толстый мыс, Яндекс. Ну ладно, все, пойдемте скорее, я уже снимаю видео, пойдемте. Мы тут застоялись, тут на солнце, все, пойдемте, пойдемте. Сейчас сниму еще белую невесточку. Символ Геленджика. Центральный причал желает вам приятного отдыха и ждем вас снова. Так, администрация, где я показывал, это символ тоже от Геленджика, вот торговый центр. Такой своеобразный. И вот самый тоже один из самых символов Геленджика, это вот памятник невесточка, в честь чего назван этот город Геленджик, что с турецкого означает белая невесточка. А вон парусник там, да, приплыл. Ну народ, куда вы? Куда, хоть они не видят, куда билеты на комету. Они смотрят цены там на этот уважаемые кораблик. Уважаемые гости курорта, комфортабельный лайнер «Империя» приглашает вас в увлекательное путешествие к Скалебару. Хотел я уже пойти, но что-то с ними мы никак никуда не уйдем. Борта теплохода вы можете полюбоваться видом. Ну, придется пока тут поснимать около торгового центра, около памятника белой невесточки. Сейчас, стойте. Прогулку сопровождает профессиональный экскурсовод. С двух сторон что-то здесь отвечают. К вашим услугам бассейн с морской водой, работает бар-ресторан. Ну, пофоткались мы около этой невесточки. Идем дальше. Да, забыл сказать, сюда мы-то приехали на маршрутке, или я сказал, я уж не помню. На маршрутке, 103-й. От центра мы уже будем идти пешком уже в сторону дома. И так попутно снимать спортивный Геленджик. Тут, наверное, всякие эти, ну, яхтовые дела, там волейбол какой-то тут. Конечно, вот какофония вот этих ударущих всяких зазывал. Это просто. Ну вот это старинная штука тоже. Было с 2009 года, то есть когда мы тут были в первый раз. Сквер города Хильдесхайма. Можно тут, кстати говоря, сфоткать пейзажи хорошие. Пойдемте. Да. Ты хочешь что-то в туалет, короче, да? Туалет ты хочешь. Ну, сейчас найдем мы тут туалет где-нибудь.
Ой, в кустике, ну тут слишком цивильно заметно, нет, тут, наверное, нельзя. Сейчас, подожди, вот смотри, мы... Сейчас я это буду искать тут туалет, смотри. ...города, его историческом центре в тени ну, вот музей... Платановой аллеи на улице Островского, 16, Ангелинджика. Расположен городской выставочный зал. Мы когда там были в году 2009-м, выставки известных художников, примерно. Совместные выставочные проекты с частными галереями... А это скульптура туристов, вот, кстати говоря, сейчас мы сюда смотрим. ...программы, удивительные мастер-классы, лекции... Вахалавка. ...многое другое. Ну, наши там идут, тогда это... Ладно, да, Тимоша, тогда все, пойдемте обратно, Тима. Это единственный в России музей писателя Владимира Галактионовича Короленко. Сейчас мы идем уже в сторону значит, памятника Ленина. И вон той вот эта знаменитая арка с фонтаном. Это тоже основный из основных центров таких вот Геленджика. И уже после там, то есть ничего такого там масштабного, то есть не будет. Но будут какие-то скульптуры, может быть, там. А так в целом. А вот и, кстати говоря, в туалет, а мы. Это мочку там послали в кустики вот сюда. А это Сульджинский, основатель, значит, там, ну, курортного дела Геленджика. Сульджинский. Ну что, они там идут, не идут? Сфоткать вас? Чтобы не было тени сейчас от меня. Вот так вот, наверное, сбоку. Раз, два и три. Ну все, вроде бы все. Конечно. Сульджинский. Основатель, кстати говоря, курортного. А это что? Это на что вообще? Ну что, там хотите это самое сфоткать тоже? Фоткаться? Есть океанариум, кстати говоря, это большая детская площадочка. Большая детская площадочка. А, вон там памятник этой золотой рыбки. А, ну так и называется это место, эта площадка — золотая рыбка. Что они будут там фоткаться около нее? Тим, иди соткайся около этой рыбки. Ну по газонам тебе можешь не ходить. Приглашаю вас посетить нашу экскурсию на комфортабельных туристических автобусах с кондиционерами и профессиональными экскурсоводами по всему Черноморскому побережью. Таманский полуостров, пляж Посейдон, вулкан Тиздар, долина лотосов, Абрау-Дюрсо плюс поющие фонтаны, Новороссийск, Кабардинка, Старый парк, экскурсии в Сочи, Лаганат, Донбай, канатные дороги, Аквапарк, Золотая. Что у нас на море творится? Вот памятник Лермонтову.
Эйвон. Надо-то маме там отдать, она небось такие любит штучки. Эйвон. Город добра, Геленджик. Город добра. Ну да. Вот фонтанчик. Ярко. Сейчас, на секундочку, я тут, наверное, сейчас. Вот это интересная улица. Забыл, как она называется. Давайте сзади, встаньте. Ленский двор. Я забыл, что это за улица такая интересная. Такая прям уютная улица вся, это соснах хоть и больших. Ну вот фонтан тоже, это знаменитый фонтан в Геленджикске, в центре. А это арка, очередной символ Геленджика. Так, куда наши что-то делись? А, вон няня наша. 18.06 на часах, 33, температура воды 27 сегодня. Ну что, Тимофей? Вид хороший здесь. Я бы сказал бы. Тоже песочный пляж. Сейчас там пойдем, сейчас там будет какое-то интересное это кафе номер один. Ладно, пойдемте дальше, сейчас там будет. Еще напоследок арочку, еще напоследок вон ту прям улочку хорошенькую прям. Эх, конечно, здесь прям это красиво, так уютненько. Вот красивая вот эта гостиница. Вот интересно, сколько стоит тут номера. Самый центр города прямо. Вот там сидит там парень на каком-то это кресле трусиках с вилла. Слушайте, здесь, конечно, тут, наверное, этого стоит гостиница. То есть, наверное, да, тут денег, наверное, вообще. То, что вон там сидит там парень, самый вот наверху, самый центр, прям вообще все хорошо видно. Тут оно и море, тут вообще, ну, вот, но шумновато. А это беличий домик. Что, что, Тимош? А, там играют тут, да. А тут большой, кстати, отель. Долина Левкадия. Это, наверное, там еще были фонтаны. Тогда мы сидели, там кушали около от него. Лафрен. Тань, кекс. А, это отель Приморье.
Да, это один из больших самых, ну, геленджикских отелей. Слушай, а мы тогда в 21-м это году здесь вот кушали около этих фонтанов, вон там. А что-то сейчас, да. Ну, потому что с водой-то, ну, проблема. Вот это памятник. Я забыл, там, как этого зовут, товарища. Трофей, ресторан. Кисель тоже. Ну, кисель. Значит, почетный это гражданин. Тимош, вы бы особо тут как-то все цивильно, а может быть, не лазили бы особо. Ну, почетный это гражданин. Что-то написано. Фонтаны были, да. Мы тут кушали еще тогда, в 21 году, да. А смотрите, здесь ездят там около этого. Аккуратно. Да, фонтаны были, да. Но из-за нехватки сейчас воды, наверное, видишь. А вот это, конечно, отель вообще большой. Это вот Приморье это называется. Да, он вообще так, как царь там это один сидел такой. Так, ну что, ладно, если это, фонтанов нет, то значит и может особо... Ну, единственное, что арка, ну ладно, арка, мне кажется. Ресторан «Трофей». Кавказская кухня. Слушайте, а так интересно, ступеньки прямо на подсвечиваются, что ли? Вот тут вот, ну, такие пуфики прямо, это, да, вот тут сесть. Это с баклажечки прям, это Жигулевского, Тань, да, вот так вот сесть прям, да? И сухариков еще прям, и сухарика 100 грамм. Красота. Кстати, сегодня сухарики вот купил. Кавказская кухня. Ресторан «Трофей». Кстати, да, ждет Изабелла. Я по этому поводу хочу сказать, что так как Изабелла осталась последняя, то завтра я-то предлагаю съездить на Тонкий мыс. И оттуда можно было бы в целом так пешочком. Ну, мы сейчас будем идти, может, да, это улица, да, которая вот лазурная. Ну, где-то кукуруза за... Это за 50 рублей. Напиток нет, там может все-таки и были, это может быть это отдельно-то. Ну ладно, теперь. Твою мать пошел, уже поехал. А здесь вот игра, кстати, это какая-то тань, типа что-то гольфа. Да, тут детский гольф, наверное. Да, детский гольф. Я это видел там вот у блогеров тогда. Вон там беличий домик еще один. Да, в теньке тут вообще, да. А вон там водичка есть. Тоже там Приморье, кстати. Приморье, фонтаны. Тима, не падай. Но это все вот Приморье, вот, наверное, вот. Ну, у них как бы комплекс, то есть не одно здание, а стало быть, тут несколько. Такой шикарный такой прям отельный комплекс прям. А, вон там акулы, кстати, памятник. И вот там еще фонтанчик еще в море был. Так что мы сейчас там все-таки на солнышко выйдем. Акулы, немножечко. Фоткались мы, да.
А эта девушка голая, да, на плавин? Тань, да пойдемте туда теперь. Да, там мини-гольф вот, детский. Да, тут прямо это ходить можно хоть каждый день. Красиво, экологично. Ой. Акула, да. Развлекательный комплекс тут. Это и пляж, ночной клуб, да еще ресторан. А там, по-моему, был еще фонтанчик где-то в море, если я ничего не путаю. А может, и путаю. Может, не здесь, а чуть дальше. А где мы найдем лимонад? А найдем, сейчас будет там. Я скоро, это сам, скоро будет, скоро будет. Ну что, сфоткать вас около это? Там наши идут. Какая-то детская тут зона. Раньше такого тут не видел, кстати говоря. Но это не ахти что прям, но все равно. Детская зона. Наверное, бесплатная, судя по всему. Даже. Вот еще один тут белищий домик. Здесь, правда, белок не видно пока. Фонтанчик. Встал? Вон Тимофей бежит. Наверное, может быть, там будет лимонад. Наверное, там кофе точно будет, мороженое, а вот лимонад не знаю. Лимонада тут нет, да? А здесь тут лимонада нет, да? А только бутылочная, да? Ладно, это самый Тань. Так это осторожные самокаты. А, да. Нет, там только это бутылочное. Может быть, все-таки там дальше? Нет, мороженое. Это мороженое, там, ну, это самое, ну, скажешь же, еще по 300 рублей. Мороженое, то и дороговато, мне кажется. Может, там где-нибудь будет? Нет, 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 тут я знаю, что все-таки там, где вот подальше, там тоже уже было, там дешевле. Вот сейчас там самые вот эти шалманы, вон там дальше идут. Это был какой-то один тут мажорный, он, то есть товарищ. Чуть немножко я подзамахался, там, кстати, прикольно эти китарочки. А это кто такой? Сейчас Матвей, подожди. Грин Александр Степанович, писатель, прозаик, поэт. Это Грин. Чудеса делаются своими руками. Это Алые паруса.
прям, да, прям такая цивила, да, Свет? Поздний завтрак с 11 до 15. А вот, наверное, еще там с салами же, это самое, с парусами связано. Может, осоль? Может, там осоль? Тань. Может, там осоль? Ну да. Линда опять там это самое возникла. Воскресла. А соль-то мне будешь это фоткаться? Сейчас, сурки, вам там вот уже там ждут эти лимонады. А вот там бассейнчики работают. Тут такая музыка играет, прям умиротворяющая. Не ходи по газонам, давай здесь. Не надо, Матвей, тут вон еще и грязно, глянь, сыр, потому что здесь их еще поливают. Нет, нас ждут вон там. Вот я вижу уже отсюда. Там серия целых. А, ну вот есть еще красная талка. Ну, красная талка — это вот мажорная, наверное, штука. Ну, посмотрим цены сейчас. А так там вон. Водичка, да, Тимош? Прикольно? Сейчас бы, скажи бы, так нырнуть бы, да, сюда. Санта-Фе. Купили суркам по этой пепси и лед, этот фруктовый лед они захотели. А у тебя что за вода? Фрукт какой-то там? А это у Тимохи там пепси, да, Тима? Нет, или... Тимохи. Нет, не пепси, не похоже. Кстати говоря, вот где Санта-Фе и где фонтан, там это выгодно, вот этот комочек. А мы тогда, кстати говоря, покупали что-то с тобой не то в 18 году, вот тут же прям я помню тоже. Потому что здесь цены прям как-то сразу уже как вот подешевле. Потому что там было, я смотрел, что-то там мороженое там по 300 рублей. Просто не влезло. У Тимохи аж 400 миллилитров за 190 рублей. Да, это самое, ну это прикольно. Сколько у него? А этот что? Сколько стоит Тимохина? Сколько стоит Тимохина? 190. 190, да? Ну вот это все вместе не влезло. Откройте его, я не могу. А у меня руки заняты, как я могу тебя открыть? Я одной рукой не ем. Давайте, ставь куда-нибудь это. Только смотри, это сам Свет, ты ставил, там это ездит, наверное. Ну, иногда ездят. О, скажи, Тимох, у меня прям здоровая бодя, скажи, хотел я там холодного там лимонада, да? Наконец-то купили. А я допил замочкой оранж какой-то, фрустайл, апельсин. Кафе Дольче Вита. Гостиница Ривьера. Фруктовый лед, да? Матвей. Ну вот 70 рублей. 70 рублей, недорого. Станичный дворик. Сейчас у меня, по-моему, будет там это ученый кот там будет сейчас. Ты можешь это сам задеть, это самое. Смотри.
для пончики продают. Пончики. Пляж Красная Талка. А, ну это интересный такой пляж. Наверное, от отеля одноименного. А вон и кот ученый. Кот ученый на дубе том. Мы когда-то заказывали вот тут что-то, тордельник, в каком-то году, не то в 21-м, не то в 18-м. Так, давай-ка, это коту ученому, что ли? А здесь Тимофей. А он туда обратно пошел? А что это он? Это обратно пошел. А тут была еще цепь. А, ну и цепь есть, да. А там русалка сидит на ветвях. Ну и, конечно, море. Про что, не понял, я так и не понял. Ну, где мы, значит, там эту кукурузу покупали, то есть нам эту туда. Что значит нет? Да. Так, 7 часов уже практически. А мы там приехали в Ласковику, не помню? На остановку. А, 17, да, да. Ну вот сейчас. А сейчас 7 часов. Или уже вышли на площадь. Вот я что-то тоже. Забыл. Матвей, ну там руки мой. Ну что, давай помоем. Ну без конца, наверное. Ну вот этого особо не должен, в принципе, это. Сейчас мы идем, не жара прям какая-то прям. Вот твой телефон, это потому что он такой уже, это глюки, то есть возможные, поэтому. Вот эти вот еще красивые. На-ка сперва ту, то есть добей, там еще оставалось что-то. Что-то 2% у меня будет, давай мощность. Ну, хорошо, пока давай добиваем это постепенно. Я чувствую, мне тут тоже надо будет свой, можешь подзарядить. Ну, это, мне как-то все удерживают, я даже помню, если не 100% не выходило. Ну, как он открывать, блин. Ну, шнур, да, вот этот беленький, да и все. Таскивай. Есть у меня черненький. На тебе черненький лучше, на черненький. Черненький получше будет. О, прям такой закат. Прикольно. У нас сегодня такая, да, мощная такая прогулочка. Да, с телефонами, зарядками у нас это получилось не очень из-за отключения света. Все бы нам это было бы ничего, если бы не тот факт, что мы телефоны собирались уже заряжать в конце, уже там перед выходом. А я плюс еще ходил в светофор. Значит, магазин, кстати говоря, вот хорошо, что у нас около, недалеко от дома находится светофор. Очень выгодный этот магазин. Потому что мы сегодня было, когда шли с пляжа, это примерно было 11 часов, 12 час, зашли с, это самый светофор, уже набрали там товару, а отключилась электроэнергия.
что в Геленджике это сейчас часто, вот месяц пик. Месяц и пик в июле-август так бывает. Постоянно по лестницам поднимаемся. Ну, Матвей, постоянно, не постоянно. Да мы не так часто ты поднимаемся ты по лестнице. Вон, вон опять тут домик для белок. А я теперь буду постоянно. Ну, теперь да, мне кажется, что есть резон уже, да, подниматься. Нет, ну просто надо знать, что свет отключается чаще всего где-то это промежутки с 2 и до 6 вечера. И именно что в это время, как бы да, то есть лифтом нежелательно пользоваться, а то так застрянешь, да, и сколько там сидеть, вопрос называется. Улица Маячная, вот туда она, видимо, идет вверх, перпендикулярно набережная. А это, наверное, вот Маячник. Знаешь, там что идут там? Когда же уже будут наши полезные? Что когда же? Да, да, Тимош, старый маячник. Давай-то подождем нашего, не захотят ли они там еще фоткаться с этим маячником. Лимпопо. Мы тут с Луками тогда, это в 18 году здесь чкались. А, ну и в 21, наверное, тоже. Так, Света, отходим, отходим. Сурки, сурки, сурки. Тимош, что ж вы как эти, забываете, что или вы туда, или вы не туда. Давайте. Сфоткать вас? Ну что там у вас, это фоткать или что? А вы сами там фоткаете? Все, сфоткались там. Это парк тут начинается. Белый дом отель. Прикольный. Ну, в этих местах, и вот Лимпопо мы уже это ходили систематически, когда мы даже одно приезжали в 18 году. То есть это уже близко к нашему дому. Но сегодня будут многие, конечно же, болеть. Раньше тут была еще и русская горка. Ой, это, да, ну, американская горка. А, ну, с американской горки вот они, да, так они и есть. А, кстати, Тань, вот эти вот, что-то американские, значит, тут горки, мы, значит, тогда катались, это самое, с Моськой. Это вдвоем. Они как бы вроде бы, то есть ничего такого, но это какие-то вот моменты, там ощущение, что падаешь прямо это с высоты, и Мотька тогда заочковала прям да. А там еще эти машинки, мы еще катались с Мотькой-то на этих электрических.
вечером. Да, 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 да. Ну, скорее всего, что оно. Там одно есть дальше. Свет, но это мы на него смотрели, когда мы, то есть, были вот на голубой этой волне, то есть мы были еще дальше все-таки. А с нашего, то есть, места, как бы оно особо-то и не видно. Да, уже усталость такая уже. Усталость, потому что утром ходить на море. Вот мы катались тогда на машинках тут. Потому что тут утром мы ходим еще на пляж. И потом еще гулять. Насыщенная вот такая программа у нас. Ну, до дома осталось уже 1,5 километра. Купили, значит, там по 350 рублей такие вот, как это называется-то хоть, плавательные такие-то матрасики, то есть небольшие. Вот для них, для сурков это самое то. Заодно мы идем по такой интересной улице Изумрудной. Красивая-красивая улица. Да, да, показал. Тут даже эта дорога такая, прям это, плиточки. Кусты аккуратно, все домики тут, это красивенькие, с вензелями даже. А народ идет только-только на пляж, то есть на эти дорожки, то есть набережные. Уже это 7:30 где-то, даже может быть чуть больше времени. Часы. Я еще несу тут эту кукурузу. Мы тут нашли ту точку, где вот по 50 рублей. Мы там покупали уже один раз. А в остальных местах там по 100 рублей. Поэтому грех было не воспользоваться моментом. Мне кажется, еще заплачивают все вот за надутость. Да ладно, но... сразу надутые. Он кошка сидит. Надутость — это не такая штука прям. Ну, дорогая, конечно. Он. Да, с ошейником, кажется, да. С ошейником, да. Говорят, что... Хозяйка Изумрудной. Говорят, что их надо надувать на 80%. Ну, может быть, не знаю, что значит 80, что значит 100. Короче, не на полную, прям, ну, это самая дурь. Ну, да. Это да. Но когда мы тут шли при ярком свете, было это, конечно, позавчера, что ли, это вот, конечно, было так покрасивее. Сейчас я замечаю, что в этих сумерках уже не так и видно все. Хочется прийти домой и осознавать, что там электричество есть уже в полной мере. У нас все там пауэрбанки уже сядут там, пока дойдем.
Это выход на Луначарского, или же его сейчас сменили название на Геленджикский проспект.